количество автомобильных аварий. После этого постановили менять цвет только по вечерам и не использовать комбинации цветов. И прекрасный пас от Хамеса Родригеса. Рибери с мячом, опасно! Футболисты мюнхенской Баварии будут подавать угловой. Навешивает Кимих. И выносится мяч из штрафной. Робер. Джошуа Кимих. Левандовский. Робер. Много игры в пас у этой команды, но все это очень далеко от ворот. Роберт Левандовский. Рибери. Кейлор Навас в игре. Справляется он с этим ударом без особых усилий. Арьен Роббер. Роббер. Левандовский. Передача на Арьена Роббина. Защита справляется. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Роббер. Бавария идет вперед. Рибери. Так, неплохо. Удар. Забивает он гол, да. Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Конечно, с такой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря. Атака просто великолепно сыграла в этом моменте. Матч продолжается. Бавария только что повела в счет. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. В сторону Баварии сейчас пробьют штрафную. Модрич. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Родригес. Робер. Тони Кросс. Иско. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Тони Кросс. Кросс! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Снова равенство на табло 1-1. Роберт Левандовский идет вперед с мячом. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. А сейчас вперед можно выйти. Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забит. Бавария уступает пока в этом матче. Арьен Роббер. А вот и атака баварцев. Левандовский. И за боковой игрок Баварии ведет мяч в игру. Хамес Родригес. Джошуа Кимми. Мяч у Родригеса. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Рибери. Не завидую защитнику, которому предстоит опекать. И Левандовский здорово делает эту передачу. Бавария на половине соперника. Рамос. Гаррет Бейл. Бейл на фланге. Есть свободная зона перед ним. Бейл подать. Поттер решил отбить мяч. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Роберт Левандовский. Хави Мартинес. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Левандовский. Атака остановлена, но кто получит мяч? 2 минуты добавлено к основному времени тайма.
забивай! Ох, какой гол! Какой гол! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? 3-1 счет. Закончился первый. Еще 45 минут футбола на Альянс-арене. Поехали. Как же здорово он играет в пас. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Бавария идет вперед. Хуммельс. Роберт Левандовский. Томас Мюллер. Передача на Левандовского. Удар! Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Подает ки... И удар должен последовать! Мюллер. И это Роберт Левандовский. Гол! Использует свой шанс Бавария. Записывает он на свой счет этим голом. Молодец! Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Бэй. А вот и атака Реала. В этой атаке оборону пройти не удалось. Вратарь намертво забирает мяч. Видаль. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Роналду тащит мяч вперед. Роберт. Арьен Робин сегодня в составе, а значит, команда будет одинаково хороша и в позиционном нападении, и в контратаках. Робин знает, когда притормозить, а когда ускорить. Душ Санту Шавейру. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на Рос! Вот это спасение! Родригес. Томас Мюллер. Мюллер. Надежно играет защитник. Атака прервана. Марсело. С мячом Томас Мюллер. Мюллер. Такими действиями игру не обострить. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Роналду ведет за собой команду. Пол команды. Душ Санту Шавейру. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить напора, страсти, скорости. Роберт Левандовский. Томас Мюллер. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Он накручивает соперника. И это Криштиану. Просто невероятный перехват. Тони Кросс. Карим Бензема. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику.
Можно и защитников поругать, они тоже были не на высоте. Но мне кажется, голкипер нервозностью своей делится и с партнером. Да, на взводе сегодня этот парень, ничего у него не получается. Роберт Левандовский идет вперед с мячом. И разрезающий пас на ход. Роберт. Ушел мяч в аут, вбрасывать будет мюнхенская Бавария. Томас Мюллер. Хави Мартинес. Мюллер. Момент! Томас Мюллер. Левандовский. Надо забивать и гол! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Очень результативный у нас сегодня матч. Розыгрыш с центра поля уже вошел у команд в привычку. Алан. Вполне может Бавария доигрывать эту атаку. Арьен Робин. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хави Мартинес. Арьен Робин. Бавария переходит в атаку. Отобран мяч, надо возвращаться. Роберт Левандовский. Нет, не дошел этот пас до адреса. Впереди еще 10 минут. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Роберт. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И пас обратно. Скучновато. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасно. Потерял он мяч, но кому он достанется? 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. А Баварии надо идти вперед и забивать. Партнеры поддерживают эту атаку. Роберт. Левандовский. Передача на Мюллера. Все видел арбитр. Томас Мюллер. Будет гол. Да, это гол. Сравнивают они счет в концовке встречи. Посмотрим теперь, на чьей стороне преимущество будет в оставшееся время. Томас Мюллер смог мяч в сетку отправить и сделать счет равным. Сыграно было блестяще. Бавария забивает очень важный гол и сравнивает счет. Нас ждет очень интересная концовка. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Роберт Левандовский. 2 минуты добавляются. Матч подходит к концу. В этой последней атаке Бавария надеется забить гол. Мюллер. Мяч в штрафную Хамеса Родригеса. Это может быть опасно. Вот это да! Гол в концовке у нас. Отлично исполнил свой момент Хамес Родригес. И, похоже, этот гол будет победным. Ну что, похоже, в этой игре все-таки будет победитель. На то, чтобы отыграться, у команды просто не остается времени. Пусть и банально, но везет тому, кто везет. Никто не хотел проигрывать, но желание выиграть все-таки у одной команды оказалось сильнее. Тренера вы не видите, он на бровке дает указания сейчас. Но свисток судьи возвещает о завершении матча. Константин, хотелось бы услышать, как на твой...